здесь читает стихи Квагина Валерия, ученица пушкинского класса. Учитель Андреяна Елена Ингрид. Автор Александр Сергеевич Пушкин. Унылая пора, очей очарованный, приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышную природу увидания, багрецы золота одетые леса. В осенних ветра шум и свежее дыхание. Мглой волнистую покрыты небеса, и редкий солнце луч, и первые морозы, и отдаленные седой зимой угрозы.